индейцев майя Кичи, в лесных чащобах Гватемалы, там, где обитает загадочная птица Кетцаль, находится и вход в преисподнюю. Легенда живет и поныне, только теперь любой, даже самый темный и забитый индеец знает, что ад Гватемалы отнюдь не под землей. И слышится мне, словно плач истерзанной души, строки гневных стихов. Гватемала, венок из ран, дети без крова, гончары, чья любовь и песни охвачены полыхающим криком, ты слышишь? Не ищи улыбок во мне. Гватемале еще предстоит возродиться. Что вы требуете? Мы хотим работы, потому что работы нет, и наши дети умирают с голоду. Сколько у вас детей? У меня двое, а моего мужа уволили. Нас было 50 тысяч. Мы работали на государственных стройках. Всех уволили. Мы обратились за помощью к генералу Риосу Монту, но пока ответа нет. А для таких, как мы, обездоленных, работа – это все. И мы, женщины, тоже хотим работать. Мы хотим постоянной работы, а нас нанимают иногда на несколько дней, а потом прогоняют. Живем мы во врагах, там наши поселки. В дождь их затопляет вода. Мы просим отремонтировать дома, улицы, провести электричество. Самим нам не под силу, у нас нет денег. Я человек, которого выбросили на помойку. Но я хочу работать, чтобы не быть нищим. Я труженик. Около 80% населения в Гватемале умирает с голоду. Мы хотим работы. Этого мы просим у правительства. И еще, сеньор, чтобы цены на продукты не повышались. Они ведь скачут. Разве чрезмерно то, что мы просим, а? Скажите. Мы также требуем от правительства, чтобы не убивали людей. Чтобы больше не убивали людей. Гватемала в трауре. Много скорби выпало на нашу долю. Нужно прекратить насилие и произвол. Нам достается, ох, как достается. А мы терпим, терпим, терпим. Пусть лучше нас убьют. Но больше молчать мы не можем. Спасибо, сеньор. Так вот и началось наше знакомство с Гватемалой. До сих пор не верится, что мы смогли тогда отснять все это на Дворцовой площади. Хотя, надо признаться, мы чувствовали себя весьма неуютно под прицельными взглядами сотен солдат. Шпики шныряли в толпе, а лица официально представленных к нам агентов секретной службы отнюдь не освещались улыбками. С первой минуты пребывания на гватемальской земле мы, можно сказать, были у них на коротком поводке и в строгом ошейнике. О любом нашем шаге или желании поехать куда-либо тут же передавалось в центр. Нас возили в специальной машине с затемненными стеклами, начиненной радиоаппаратурой. Впрочем, что ж тут удивительного? Ведь мы были первыми и пока единственными советскими журналистами, оказавшимися в Гватемале. Но все обошлось в тот день. Думается, потому что мы попали в страну, в самый пик демагогических заявлений новой хунты о свободе и демократии, которые якобы отныне и вовек она ниспослала народу.
На улицах столицы Гватемалы кажется все спокойно. Но стоит выехать в провинцию, и вы сразу почувствуете, что обстановка в стране продолжает оставаться напряженной. К 6 вечера дороги пустеют, военные заставы усиливаются. А телевизионные новости, ознакомив вас с тем, что произошло в стране, в Гватемале за день, подробно перечислят все случаи столкновения войск с партизанами. Да и газеты тоже. Возьмем любую, скажем, «Prensa Libre», крупнейшая в стране. На первой же странице читаем сообщение о том, что в провинции Уэуэтенанго взорван мост, и теперь она отрезана от остальной части страны. Сбит вертолет вооруженных сил. Произошла перестрелка между правительственными войсками и восставшими в провинции Питен. Правящая военная хунта называет подобные действия насилием. Но большинство населения расценивает их иначе, а именно как борьбу против насилия, которая развязана в стране с 1954 года именно правящим режимом, когда в Гватемале были подавлены демократические свободы. Революция 1944 года смела кровавую диктатуру генерала Хорхе Убико. В 1951 году народ приветствовал прогрессивное правительство Хакоба Арбенса. Оно национализировало земли американских монополий в Гватемале, передав их крестьянам. Тотчас президента Арбенса объявили коммунистом. И Вашингтон организовал открытое вторжение в Гватемалу. Президент Эйзенхауэр отдал приказ приступить к выполнению плана «Эль Диабло» – «Дьявол». Американские самолеты доставили оружие и военных советников. Из фашистского отребья были сформированы наемные банды, так называемые «эскадроны смерти». Вот они шествуют под оголтелыми лозунгами, словно в былые времена гитлеровские молодчики. Американский посол Гватемалы Джон Перифуа, потирая руки, заявил тогда сотрудникам ЦРУ: «Ну, ребята, завтра мы от души повеселимся». Повеселились. Революция была потоплена в крови. Операцию по американскому плану осуществлял гватемальский полковник Кастильо Армас. Вот он, с усиками, дает указания командирам наемных отрядов перейти границу Гватемалы из соседнего Гондураса. Душитель революции и захватил власть. Американская пресса захлебывалась от восторга. Гватемала вернулась в лоно свободного мира, а собственность американских компаний – их владельцам. Гватемальский поэт Роберто Обрегон Моралес писал: «Радость, которую прятали от нас в подземельях столетий, озарила нас на один короткий миг, на дно десятилетия. 10 лет. Светлый листок на суровом календаре нашей истории. Светлый листок, сорванный рукою июня 1954 года. Соединенные Штаты вторглись в Гватемалу. По растрескавшимся ступеням календаря мы спустились в пещеру с сердцами, наполненными тоской. Так тоскуют люди, у которых отняли рассвет». Молодой гватемальский поэт Роберто Обрегон Моралес был убит фашистами в Гватемале летом 1970 года. Когда мы были там, то не нашли ни дома, где он родился и жил, ни его родителей, ни друзей. Но мы знали, он учился в Московском университете, окончил в 1967 году философский факультет. Декан Анатолий Данилович Косичев вспоминает о нем. Когда он пришел ко мне в 65-м году на прием и сказал, что он желает обучаться в Московском университете на философском факультете, то это был удивительно скромный, нежный такой человек. Необычайный такой, я бы сказал, но как-то от него какой-то свет исходил.
добра, доброжелательства, счастья. Он читал нам часто свои стихотворения, которые нас восхищали своей глубиной, лиризмом, вот, задумчивостью и вместе с глубоким философским содержанием. Вернемся на многострадальную родину поэта. Он мечтал видеть ее свободной и счастливой, жил и боролся ради этого. И как все поэты и писатели Гватемалы, любил посещать древнюю столицу своей страны Ля Антигуа Гватемала. Она находится в 30 минутах езды от современной столицы. Любопытно, до этого у Гватемалы было еще три столицы. Первая погибла в жестоких схватках между индейцами и колонизаторами. Вторую в 1541 году затопили потоки воды, хлынувшие при извержении вулкана. Волею судьбы третьей столицей и стал этот город. Но два с лишним столетия спустя сильнейшее землетрясение и его лишило звания стольного града. Столицу перенесли в более безопасное место, в то самое, где она находится и поныне. Но сам город, как видим, все-таки выжил и получил название «Древняя Гватемала». Более того, он сыграл видную роль в истории страны, в культурной жизни народа. Все это – массивные соборы и монастыри, булыжные мостовые и тяжелые резные двери, романтичные площади и фонтаны, и таинственные фонари. Былые времена вдохновляли поэтов и художников, писателей и архитекторов. Города, как рыдание, как сиротливо в тишине города эти белые крошатся, погребая сыновнее сердце мое. Древняя Гватемала – колыбель первого в Центральной Америке университета Сан-Карлос. Ныне здесь музей истории и искусства. Мы бродим по улицам, тихим и полусонным сегодня. Впрочем, это весьма обманчивое впечатление. Вид солдат с оружием на изготове возвращает нас из грез минувших эпох в сегодняшний реальный день.
А эти стены, прошитые пулями, напоминают о том, что в Гватемале далеко не все спокойно, что бродит в народе дух сопротивления несправедливости и борьбы за лучшую долю. К активной вооруженной борьбе партизанское движение в Гватемале перешло во второй половине 70-х годов. Военные власти в ответ на это усиливают репрессии, учащаются карательные экспедиции в сельские районы, полностью уничтожаются целые деревни, истребляются поголовно мужчины, женщины, дети. Так пытаются лишить партизан народной поддержки. Но тактика выжженной земли не дала гватемальской реакции желаемого результата. Напротив, численность и активность партизан постоянно растут. В Вашингтоне даже послышались панические заявления о том, что Гватемала для Соединенных Штатов важнее Сальвадора. Без преувеличения, весь гватемальский народ в той или иной степени участвует в борьбе. А военно-политические организации, партизанская армия бедноты, организация вооруженного народа, повстанческие вооруженные силы и другие патриотические группировки объединились в один общий фронт – национально-революционное единство Гватемалы. И теперь он ведет успешные согласованные боевые действия против диктаторского режима по всей стране. В этой борьбе особую роль играет Гватемальская партия труда, объединяющая в своих рядах коммунистов. Создана она в 1949 году и с тех пор решительно борется против диктатуры, империализма, за интересы всех трудящихся. Словно часовые молчания в тропических лесах Гватемалы высятся величественные пирамиды и храмы, немые свидетели высокой и оригинальной культуры, живших здесь незапамятных времен индейцев майя-кичи. Немало великолепных городов создала древняя цивилизация майя. Один из них – Тикаль, построенный в давние времена в самом сердце гватемальской сельвы, на севере страны, в департаменте Петен. Свои замечательные архитектурные ансамбли майя строили в удивительной, полной гармонии с окружающей их дикой природой. Эти мудрые стены под грузом лиан, эти лестницы, затканные травою, набухли от ливней иссякших времен. Спустившись в бездонные глубины разума, майя разгадали язык звезд, запечатлели в цифрах путь светил, расшифровали в своем календаре таинство законов природы. Наш путь из глубин тропических лесов на запад. Внизу, на островке среди прозрачных вод Голубого озера, раскрылся будто цветок живописный городишко, столица департамента Петен. Пролетая над просторами Гватемалы, проезжая города и села, поля и сады, мы впитывали колорит страны, восхищались радужными красками, любовались изделиями искусных рук людей ее населяющих. Нежно-голубые озера и величественно-грозные вулканы
служит источником романтических легенд о таинствах жизни, связанных с мечтами обитателей этой щедро одаренной земли. После гибели древней цивилизации различные племена майя и кичи разбрелись по всей территории Гватемалы. Ныне индейцы составляют 60% населения страны, метисы – около 40%, а белые – лишь 1%. Сантьяго де Атитлан – индейский городишко на берегу живописного озера того же названия. Издавна здесь обитали индейцы атитекос. Да и сейчас они здесь живут. Живут той же жизнью, что и много веков назад. В озере, окруженном вулканами, они собирают водоросли и плетут из них корзины, ловят рыбу, возделывают кукурузу, разводят фасоль, бобы, тыкву, собирают мед. Строят такие же примитивные жилища из камней и глины. Поднимемся в городок, пройдемся по одной из его живописных улочек, сбегающих к озеру, зайдем в какой-нибудь дворик, понаблюдать простой быт его обитателей. Я индеец тысячелетий, толкователь великих снов. Мое сердце и кровь, мой рот и глаза я насытил видениями прошлого. Наше будущее плещет своими огромными крыльями, крыльями, изломанными в столетиях столетий. Молчание покрыло ржавчиной наш язык. Наш язык боится порезаться о лезвие песни. Когда смотришь на творение рук индейской женщины, сердце охватывает восторг. Как ловкие и легкие ее руки, как тонко и точно ее ощущение света и красок, чувство полутонов и красоты линий. Все это она почерпнула у природы тысячелетия тому назад, пронесла через пытки жестоких веков, сохранила былую радость восприятия жизни до наших дней. В этом величие ее духа, который питает силой пахаря, умеющего слышать пульсирующие соки земли в початке маиса, и гончара, для которого земля – его возлюбленная. Сколь прекрасна земля Гватемалы, мы любовались ею. И как тяжка жизнь простого ее обитателя. Крестьянин в поле от зари до зари, когда у него есть клочок земли, а чаще его нет. И бредет тогда он по дороге, идет по обочине жизни часто в никуда, потому что у него нет постоянного угла, нет работы. Может быть, кто-нибудь купит его руки, способные измельчать землю, крошить скалы, его спину, которая может не разгибаться долгие дни на чужом поле, но руки эти не могут накормить досыта его семью, ни даже его самого, потому что у него ничего нет,
Хоть и живет он на своей исконной земле, но она давно ему не принадлежит, как и все прекрасное, что растет на ней. Удивительные деревья, красное и розовое, атласное и черное, пихта, вечно зеленые дубы, лавры, вековые сосны. Недаром Гватемалу еще в далекие времена называли цветущим садом Америки. Но для крестьянина-индейца она стала зеленой тюрьмой. Один из правителей так и сказал: для индейца есть один закон – кнут. Индеец нищий, охваченный отчаянием, брел за своей мечтой. И часто, чувствуя прилив печали, он замирал на перекрестках. Но тщетно было бегство за мечтами, за знаками миражными. Вот так однажды у индейца нищего вдруг начало гноиться сердце. Богатейшие недра и тщательно возделанные руками крестьян поля – все принадлежит лишь кучке богатеев и военной элите, которая в течение долгих лет, находясь у власти, обворовывала казну и собственный народ. Вернемся в столицу, на площадь перед дворцом, откуда мы начали свой рассказ. Посмотрим на город с птичьего полета. Пояс нищеты, халупы, с обитателями которых мы уже познакомили вас раньше, наш военный пилот старательно миновал стороной. Ну а чем ближе к центру, черты города преображаются. Халупы сменяются роскошными особняками, а затем на вас будто надвигаются каменные монстры, в чреве которых переваривается в доллары все, чем богата Гватемала, и судьбы людские тоже. Перед дворцом, а было это как раз праздник весны и труда 1 мая, мы снова увидели группки бедняков. Ни лозунгов, ни манифестаций. Люди молча подавали свои петиции какому-то чинуше. Невеселая была обстановка. Мы разговаривали с коллегами-журналистами. Как вас зовут? Меня зовут Хулио Сесар Эрнандес Рамирес. Я журналист, заведующий отделом информации радио «Новости Гватемалы». Это программа, которая информирует и комментирует. И что здесь происходит? Перед правительственным дворцом собралась группа людей. Многие из местечка Пенсамьенто en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Они пришли, чтобы сообщить о пропавших без вести, мужьях, детях, женах. Здесь вдовы, родители, дети. Quienes hacen una petición a la Junta de Gobierno
Они подали петицию военной хунте, чтобы она провела расследование и наказала виновных. Они говорят, что их родных забирали люди, одетые в форму защитного цвета, точь-в-точь, какую носят военные. Спасибо. А вы откуда? Я Джорджо Ассолини, корреспондент Евроиталия в Гватемале. Сколько лет вы здесь живете? Я живу здесь уже 25 лет. И сколько я помню, когда правили военные, в Гватемале всегда исчезали люди. Виновные никогда не наказывались. Пропавшие без вести — это прежде всего главы семей. У женщин на руках осталось по 5-6 детей, они голодают. Надеемся, что правящий хунта примет как можно скорее меры, решительно скажет стоп похищениям, налетам, облавам. Как видим, мнения местного гватемальского и итальянского корреспондентов совпадают в том, что касается исчезновения людей в Гватемале. Правда, по их словам, они верят, что новая хунта восстановит справедливость и порядок. Впрочем, а что еще они могли сказать нам, если не хотят сами оказаться в числе исчезнувших? Апреля 80 года в ночь мы провожали с родителями брат старший. Мы провожали его дом. И вот когда мы пришли обратно, вот, я с родителями и вышел на машину. Хотели открывать гараж. Пришла машина. Вышел, он бегал быстро к нашей машине. Я только видел, что его руками были пистолет. Он поднимал руку, и перед наши родители стреляли около 5 или 6 раз. В этот момент я вообще потерял память. Ничего не смог сделать. Вышли в машине. И мы видели, как они... Да, мама, где была кровь, и потом он кричал, они еще живы. Мы кричали, мы не знали, что делать. Мама сидела так в машине. Она хотела сказать что-нибудь, но она не могла. У нее на лицо было расстреляли, и было кровь на рта и из глаза. А папа, он совсем весь знаний, он лежит на круг, на тимон. И он совсем не мог движется и не говорит ничего. Ребята рассказали, как весной 80-го года убили их родителей, Радольфа Рамиреса и его жену. Дети-сироты Гватемалы. Сколько их злая судьба разбросала по чужим землям. Эти нашли приют и ласку в нашей стране. Четверо младших учатся в интернациональной школе Советского Красного Креста в Иванове. Трое – студенты университета дружбы народов. Я хотел быть продолжательным. А в этом событии, ну, спросите, я лучше буду говорить на чем же на всяким. Тебе так легче? Да. Сигуэ, буэно, сигуэ на испанском. Хорошо, продолжай по-испански. Мой отец был директором синдикальным. Наш отец был профсоюзным деятелем, членом исполнительного комитета Федерации профсоюзов Гватемалы. Он также представлял Гватемалу в Генеральном совете Всемирной Федерации профсоюзов.
Его убили по приказу американцев. Задолго до убийства, как потом выяснилось, министр внутренних дел Дональдо Альварес совершил секретный вояж в Соединенные Штаты, чтобы получить добро на осуществление плана по ликвидации профсоюзных, политических и студенческих руководителей, которые были занесены в списки Государственного департамента США. Отец не знал, конечно, что он значится в этом списке. То, что случилось с нашей семьей, факт не единичный. Этот план стоил жизни еще многим. De exterminio masivo en contra de nuestro pueblo. Трудно даже представить, в каком кровавом кошмаре вот уже 30 лет живет народ Гватемалы. Военные разработали специальную программу борьбы с повстанцами. В ход пущены армейские части, тысячи головорезов из разных банд. Око за око, белая рука, гриф «Мститель», королевская рать, секретная антикоммунистическая армия, Каибили, ночные тигры. В первую очередь репрессии направлены против коммунистов. Тысячи убиты, замучены в застенках. Среди них славные борцы за дело рабочего класса, генеральные секретари Гватемальской партии труда. Бернардо Альварадо Мансон в декабре 1972 года сброшен с вертолета в кратер вулкана. Уберто Альварадо Арильяно в сентябре 1974 года сброшен с самолета в океан. Вот списки убитых только с 18 марта по 10 мая 1982 года. Читаем названия полностью уничтоженных деревень. Каратели не щадили никого, даже грудных младенцев. Наступают моменты, когда генералы вспоминают о выборах. И хотя результат их всегда планируется заранее, они, тем не менее, как бы создают видимость законности режима. Так было и 7 марта 1982 года. Генералы выдвинули в президенты своего ставленника, некоего Анибаля Гевару, и согнали народ голосовать за него. Еще голоса не были подсчитаны, а он, полюбуйтесь, уже кричал в припадке политического азарта, что будет править только для блага народа. Увлекся и накричал лишнее. В Вашингтоне-то хорошо знают цену подобным излияниям. Но все же, не слишком ли ретив вновь испеченный президент? Как-никак, в Гватемале действуют 500 американских корпораций. Их интересы и надо защищать в первую очередь. Но для этого Америке необходим на 100% свой человек. Не секрет, что все рецепты переворотов в этом регионе выписываются в политической аптеке Белого дома. Исключения не было и на этот раз. Выборы в Гватемале, конечно, были фарсом. Но не это беспокоило администрацию Рональда Рейгана.
Ему нужен был там сильный диктатор, но такой, который бы ясно сознавал, в чьих руках находится кольт, приставленный к виску Гватемалы. Карикатура отражает реальную американскую политику. Самой подходящей кандидатурой оказался генерал Эфраин Риос Монт. На него и сделали ставку в Вашингтоне. И вот Анибале Гевару вышвыривают из президентского кресла, и в него усаживается троица во главе с Риосом Монтом. Но ему вскоре показалось тесно в такой компании, и он убрал вначале генерала Мальдонадо, потом полковника Гордильо. Ставленник Рейгана стал одновременно и жестоким диктатором, и жалкой марионеткой. «Гватемала сделала шаг из тьмы к свету», — лицемерно заявил Вашингтон. «Там теперь, мол, соблюдаются права человека. И американское оружие, которое до этого поставлялось окольными путями, скажем, через Израиль, стало поступать открыто и в большем количестве». «Демократия – наше знамя», – беспардонно провозгласил диктатор Риос Монт и обнадежил сограждан обещанием все изменить в Гватемале. Как? Непокорным пригрозил смертной казнью, наглухо заткнул рот радио, телевидению и прессе, ввел в стране осадное положение, отменил конституционные гарантии. «А как же иначе я смогу искать неугодных людей по домам?» – заявил он. И все это генерал окрестил политикой бобов и винтовок. Бобы для послушных, винтовки против строптивых. Бобов, как и прежде, беднякам не хватает, зато число винтовок значительно возросло. Диктатор думал, что теперь-то уж всякое проявление недовольства будет пресечено. Но он явно переоценил силу американского оружия и недооценил характер собственного народа. Даже в самой столице, в той или иной форме, мы сталкивались с проявлениями сопротивления режиму. Однажды в сквере в центре города мы увидели толпу девушек и юношей, которые о чем-то страстно и проникновенно говорили. Нам пояснили, что здесь собрались молодые евангелисты. Действительно, Бог упоминался ими иногда, но мы уловили и другое. В словах ораторов слышалось убеждение, что люди многое могут сделать для своего освобождения, если будут действовать сообща. Когда появлялись подозрительные субъекты, речи обрывались. И звучала музыка. Молодежь пела о том, что придет время, и сбудутся надежды, расцветут улыбки. Так вот мы и попали на замаскированную сходку молодых патриотов. Легально проводить свои митинги им нельзя, и они стали собираться под видом отправления религиозного культа. Индеец молится и совершает обряды молча. Думая его за семью печатями, поминает ли он усопших или оплакивает погибших от рук карателей. Обряды эти восходят к далеким временам, но только теперь индеец стал сознавать, что не покорность, а борьба может изменить его нелегкую долю. Терпелив, как камни, говорят о нем, но даже такому терпению приходит конец. И кто-то из тех, кого мы видим здесь сегодня, завтра уйдет партизанам. Ведь большинство партизан – индейцы. Чичикастенанго, место обитания индейцев Кичес, называют меккой национальных обычаев, традиций и фольклора Гватемалы. По четвергам и воскресеньям на пестрых ярмарках этого городка вы увидите все, что Кичес производят на своих полях, в садах и в домах.
Город расположен в горах среди лесов, в которых и действуют партизанские отряды. А в ярмарочной сутолоке происходят нужные встречи. Здесь же обязательно звучит и маримба – национальный инструмент. Без маримбы нельзя в сражении. Намотайте себе на ус. Приведите-ка маримбиста. Нам сердце его пригодится. Надо, чтоб кто-то вернул нам горы в их чистом звучании, в звонко звучащих звуках. А это под силу, друзья, только лишь маримбисту. Понимаете, без маримбы никогда мы не сможем забыть о крови той, что прольется. Как смогу я смотреть в глаза матери? Как мы сможем нежность дарить женам? Разве рассветные ласки не утратят своих ароматов? Без маримбы не обойтись. Найдите хмурую женщину. Маримбист возьмет молоточки, заиграет, и станет она душистее тамаринда. Кицаль майя почитали как священную. Однажды кровавый диктатор генерал Убика повелел доставить ему живого кицаля. Когда клетку привезли во дворец, кицаль был мертв. Эта птица не может жить в неволе. Поэтому с древнейших времен кицаль стал для гватемальцев символом борьбы за свободу. И все же пролитая кровь воскресает однажды, чистая, словно камень, омытый дождем. Из зернышка вырастет сад, под сенью его омолодится поросшая сорняками история Гватемалы. Большая будет прополка. Засмейтесь, прошу вас, засмейтесь, засмейтесь, засмейтесь.